Маршрут «Алтай-Золотые горы» будут предлагать зарубежным путешественникам. Представители 13 туристических компаний из Китая уже опробовали этот тур на себе. Участники экспедиции побывали в Алтайском крае, еще им предстоит проехать по республике Алтай, Казахстану и Монголии. Общая протяженность маршрута более 4000 километров. В Барнауле гости из Китая встретились с представителями краевых управлений. На встрече обсудили основные проблемы и перспективы развития трансграничного тура. По словам представителей туркомпании, они остались довольны алтайским этапом путешествия. Участники отметили уникальную природу, живописные ландшафты и гостеприимство местных жителей. Итоги поездки подведут 24 сентября.